Ну, приветствую, друзья. Сегодня мы с Александром Васильевичем выехали за очередной покупкой. Покупка, которая очень нужна мне будет, это сани. Сани для снегохода, чтобы катать их зимой. Катать себя, катать Васильевича и вещи. Приехали сегодня в Максиход. Они только у нас делают эти сани, конкретно нормальные, уже проработанные. Сейчас смотрю, там Серега стоит. Серега, добрые походы, кто его знает, сейчас покажу вам его тоже. Тоже, кстати, сани сегодня убирают. Мы приехали сегодня, как-то получилось так, что он с Ухты прилетел сюда, а я сегодня по месту. Мир тесен. Да, вообще просто внутри Серега стоит, ё-моё. Сейчас поздороваемся обязательно. Максиход — это та фирма. Кстати, вот многие спрашивают меня про короб запрещенный, в котором я рыбу носил, там ягоды, грибы и так далее. Это вот как раз таки они делают запрещенные короба, там 20-25 литров, там 15, наверное. Сейчас мы это все посмотрим, я вам покажу. Постараюсь немножко снять производство нашей республики Коми, город Сыктывкар. Да, Васильевич? Да. Лодки с ПНД у них стоят, там он там тоже смотрел. Ладно, погнали, посмотрим, что у нас с этого выйдет. Приехал сюда на Ниве, взял прицеп 2,5 метра. Здесь трактора вовсю работают. Невасик, прицеп. Ну вот я на месте. Поздоровались пока с Максимом, Сергеем. Сергеем пошел пока погреться немножко. Он здесь уже тоже давно. Начинаем показывать то, что, чем занимается, что изготавливает компания. Здорово, Яков. Привет, привет. Давно не виделись, уже целую неделю. Да. Всем привет, Максиход приветствует вас. Хочу показать у тебя, что вообще у тебя в производстве, чем занимаетесь, что делаете в целом. И по саням, и по лодкам, и по коробам заплечным, и по одежде, если что, вдруг. Потому что люди много спрашивают, а показать некак. У меня, например, только короба ваши буквально. Ну, еще плюс пару вещей. Кстати, вот это мои сани, да? Это твои санки. Надпись «Тайга Коми». Так договаривались. Да, нормально. Гравировка. Как уже правильно называется? Эко, да? Сани Макс Эко 265. Вот эти. 265 это длина их? Это длина. Длина грузового отсека, грубо говоря. Языком она длиннее, но язык сворачивается на наверх. Ноль. Но это мы попозже покажем. Угу. Язык метровой длины, 8 миллиметров язык и усиление 10 миллиметров. Вот крепкая. Это в базовой комплектации. Это все базовое. За исключением коньков, которые мы тебе поставили. Коньков противоскользящих, чтобы да, не заносило. Антизаносы, да. Угу. По периметру 18 точек увязки. Даже не 18. 20. Я забыл про эти колечки. Впереди. Угу. И сзади его. 20 точек увязки. Это, к примеру, ты едешь на рыбалку, складываешь там палатку, не палатку, печку, все это сложил, увязал сверху, вот здесь. То есть если много груза. Да, перетягиваешь и ничего никуда не денется. А когда ты доезжаешь до места и по месту уже ездишь, я вот, например, на снегоходе перемещаюсь, лопата, бур, бензопила, что-либо еще, мне вот здесь вот лежит, и эти увязки уже не подходят для этого, поэтому есть вот эти увязки по низу. Первый уровень увязок. Первый уровень увязок, второй уровень увязок, да. Mm-hmm. Правильно. Также в базе, не в базе, а в твоих санках, стоящее место для каюра, для пассажира, для это того, чтобы перемещаться стоя. Александр Васильевич, попрошу вас, встаньте на станочное место. Нет, на другую сторону, на улицу. Это место, где ты будешь ездить обычно. Ну да. А, ну да. Да-да, вот оно. Противоскользящий коврик. Да, вот все, бокал сейчас держит. Да, получается посадочное место, но отдельно можно загнуть его наружу. Как бы язык такой. Да-да-да. Не скользко, да? Ручка. Так. Эти же сани у нас, получается, делаются еще в нескольких вариантах, да? Как и в длинных, так и в вариантах, да? Да, да. Есть покороче, 205. Покороче это вон те, да? Ну, вот там стоят, да. Версия покороче 205. Я в прошлом году, в принципе, думал вот такие сани брать, но в этом году все-таки подумал и взял более длинные. Если давай вот эти вместе сравняем их, посмотрим, какая у них разница в длине. Языки вровень. Вот если кто-то думает, какие сани брать, длиннее, покороче, здесь получается почти полметра, сани длиннее. Да, даже полметра есть, да? Даже 60 сантиметров. 60 сантиметров. Да. Также смотрю, выпускаете в черном цвете, потом в зеленом цвете, да? Да. И вот там вот один из первых, вот в сереньком цвете, посмотрим, как они понравятся, не понравятся. Еще и в сером цвете. Вот они, три варианта. Черный, зеленый, серый. Пластик. Так, это получается у нас доп элемент, да? Доп элемент, это ящик для перевозки каких-либо грузов, также, не знаю, сыпучих грузов.
Он съемный, но чтобы снять его, надо поработать ключиками. Так бы. Он не просто как-то там фиксируется, а на прикручивается на болты. Да. Угу. У вас тут много очень, очень много саней разделано. Спрос получается большой, да? Спрос довольно-таки большой. Отправляете по всей Коми и по России тоже, да? По России и по Коми. В России куда самые дальние товары уходили, особенности лодки? Вообще самые дальние товары уходили у нас за рубеж, так ближайший Казахстан, Финляндию, когда были открыты границы. Ничего себе. Вот. А так по всей стране, от Владивостока до Калининграда, везде имеются уже наши изделия. Ну это хорошо. Так. Так, ну что, у нас еще есть прошка модель. Вот, более такая массивная, более широкая, да? Широкая, высокая, и в то же время здесь корпус 8 мм. Более мощный. В базовых комплектациях 205 и 265 6 мм корпус. Но это для, сделано для того, чтобы они были легче. То есть, ну, при эксплуатации, разные виды эксплуатации имеют, ну, люди ездят по-разному. Угу. Вот, это более экспедиционные такие, на дальние расстояния, где-то перевозка каких-то еще тяжелых грузов, к примеру, дрова там в деревне, где-либо еще что-то. Там 300-400 километров с собой бензин везешь, еще что-либо. Угу. Вот это все здесь помещается. Это более серьезно. Да, здесь тоже можно все это поместить, но это... Более такая. Это более легкий вариант. Беговые. Да, да. Которые... А это для мотособаки, да, кстати, идеально вставить. Для мотособаки, для снегоходов. У меня, например, вот такие. Угу. У моих товарищей, у которых там усянки 600, там моторы по 100 лошадиных сил. У них в основном вот такие. Угу. У них габариты, ширина, длина. Длина 265. Так, длина у нас 2,5. 2,5 метра. Да, чуть покороче, чем 265, то есть на 10 сантиметров. И на 15 сантиметров. И значит по дну здесь идет 70, поверху 85. Угу, понятно, размеры. Высота борта 49 сантиметров. Угу. Цена у них сильно отличается от малого размера. Отличается, потому что здесь материалы потолще, по толщине другие, язык другой, накладки другие. Угу. Где-то разница 1020, наверное. 20, да? Ага, понятненько. Так. Яков, пока мы пользуемся моментом, давай еще посмотрим лодки. Лодки. Кстати, Александр Васильевич лодку уже заказал где-то на март месяц, да? 8,5 метров. Это вот такая будет, да? Уралочка. Да, да, уралочка. Это самая то лодка по нашим мелким рекам. Летом, таежным, летом будем каменистым, испытывать. Горным. Летом будем испытывать. Лодки в зеленом цвете, в черном цвете, да, у нас выпускаете? Да, да. В зеленом и в черном. Угу. Этот тент посмотрим какой. Можно любые вещи укрыть. Ну да. Вот так вот можно. Можно вот так вот. Два, да, типа тентов. Дуги. Да, здесь дуги, они съемные тоже. Можно сокращать. Это удлинять. Как грузовой вариант уже, да, больше. Да, да, тут можно сложить, накрыть. И... Многие деревни у нас, получается, идут без дорог, и все продукции, продукты завозятся именно лодками. Такое, да, еще, да, присутствует у нас в Коми. Так что вот эти лодки, они очень сильно выручают народ. То есть это... Именно такая модель для перевозки грузов. То есть, к примеру, продукты доставлять на лодке водомете уже с водометным мотором уже не рентабельно. Невыгодно. Мало возьмешь груза. Мало возьмешь груза, а топливо потратишь в два раза больше, чем на такой лодке. А грузоподъемность этих лодок, если 8,5 метров? Ну, 1,5 тонны смело. Полторы. А если 9,5 метров? Ну, тонна 700, тонна 800. Больше-то не грузили, но 1,5 грузили. А лодки у вас получается, если все размеры какие идут? 7,5, 8,5 и 9,5. Именно вот эти уралочки. Уралочки. Все остальные лодки сейчас показывать особо не хочу. Потому что уже разобрали их. Видишь, как здесь сухо. Ох, как сухо, торфово. Не, влага не попадает ничего. Абсолютно сухо. Слани, да, тоже делаете? Слани, да, конечно. Это в базе идут. Это в базе, да. Все в базе. Рундуки. Рундук уже не в базе. Рундук не в базе. Понятно. Это можно посмотреть по той готовой лодке, которая, да, пошла, да, уже, да, на продажу. В базе тоже рундуки стоят, но ничего. Все по трансу. По трансу у нас раньше, знаешь, ты, наверное, Саша, знаком, да, когда прокладочки вот сюда вставляешь, да, чтобы выше, ниже. Я до сих пор бруски эти подкладываю. Да. А сейчас можно регулировать. Отрегулировать, да, по высоте, под свой мотор. Здесь у нас винт над лыжей. Лыжа у нас защитный элемент идет. Абсолютно такое же скольжение у лыжи, как и у самой лодки. То есть уже... То есть это мы защищаем и редуктор, и винт, ну, в целом сам мотор. Да, да, целиком. Здесь доступ у нас, ну, также рундучок и также доступ к мало ли что,
хотя еще не сталкивались с этим, но тем не менее. Демонтировать, например, демонтировать лыжу, да? Лыжу или ремонтировать. Да, он да, закрытый, да. Идет полностью, да? Да, он герметичный. Можно прям рыбу там солить. Это получается, если лодка пойдет ко дну, она не утонет. Благодаря, ну, вот этим пустотам. По идее, да, но она так и так не утонет. Ну, что здесь сам... еще трубы есть, тоже воздух внутри. Это тоже, да, плавучесть. И в то же время сам материал, он же имеет положительную плавучесть. Ну да, пластик. ПНД есть ПНД. Угу. Посмотрим лодку, тому как выглядит внутри. Вот кому надо, вот такой рундук можно заказать под перевозку карабинов, там, ружья. Бензопилы, что угодно. Ну, много мелочевки можно, это тоже ПНД пластик. То есть в то же время она и как рундук, и в то же время она как банка, лавочка. Ну, да. Запасные вещи перевозит, одежда, бензин, что угодно. Лодка очень вместительная. Довольно-таки высокие борта. От камячек отличаются, да? От камячек они более низкие. Здесь же двое выше. Там же имеется передняя рундук. Точно такого же типа. Да. Да, еще и. Ну тут зип всегда уложен. Да. Ковш. Можно водичку лишнюю убирать. Замок интересный. Да, чем проще, тем лучше. Да. Мы же. Мы же работаем над функционалом. Ну и в принципе они и так красивые. Угу. Да, выглядит, конечно, традиционные, красивые лодочки. Еще один вариант смотрю лодок, да? Это КТ-шечка наша, стандартная. Как называется КТ? КТ-8, да. КТ-8. Сколько она? 8 метров длину, нет? Меньше? Нет, нет, это 8 миллиметров полиэтилен, поэтому 8. А так воды сколько? Видите, снег сегодня у нас, да, все, да, тает. Дождь снег идет. Тает, да. Это модель. Это лодки под мотора. 4,5 метра. Это под водомет. Это под винт. Лодки. Под винт. Это лодка под винт, но с малым закруглением. Есть такая же модель, но под водомет. Это уже тоже. Есть еще у нас лодки перекаты, которые я сейчас вам, к сожалению, не смогу показать. Она есть в производстве, сейчас строится как раз. Под 50-е водометы, под 60-е, 70-е, 30-е водометы. Там уже идет полностью алюминиевое армирование по корпусу. Угу. Внутри, которое вы даже не увидите особо. Ну так, есть местами, так же как здесь. Вот, видите, алюминий. Это для жесткости корпуса? Это для жесткости дна. Угу. Так, а есть так, какая мощность мотора на эту лодку? На эту лодку до 20 лошадиных сил. До 20. Ямаха 4-тактная 20, когда сюда идеально станет. Ну, лучше 5-метровую в этом случае. Транец тоже регулируемый, да? У нас все, да, трансы регулируемые, ага, на всех лодках. Да, транец по высоте регулируемый тоже. До примерно 6-7 сантиметров, да, где-то. 7 сантиметров. 7, угу. Нормально. Вот такие сложные конструкции можем делать. Это все делается здесь. У нас обсуждается с клиентом, естественно, предварительно. Все эти допы, детали, тенты. Вот, к примеру, уралочка тентом накрыта, да, вот. Сухая. Чистенькая, сухенькая, внутри, да, все. Да. Здесь у нас, к сожалению, вот пока такая картина, здесь такая же. Сейчас снег. Все это уберем перед отправкой, подготовим. А сегодня это, видите, погода. Зима у нас в этом сезоне будет? Нет, никто зима, не говорит. Зима будет после середины декабря. Ну вот, по лодкам пробежались, немножко некоторые варианты посмотрели, но вариантов, конечно, больше есть. Это просто готовые лодки, вот только 4 штуки у нас стоит на месте. И плюс сани. Саней, конечно, здесь много уже. Ладно, сейчас зайдем внутрь, посмотрим, что еще делают. Делает наша компания, Максиход. Можно посмотреть, как сани изготавливаются именно в комплект по раздельности. Да, все по отдельности. Кстати, знакомьтесь. Сергей, добрые походы. Раньше был канал. Был. Он и сейчас есть, конечно, но немножко называется. Да, по-другому. Май Тайга. Ну, кто знает, то знает, тот там уже находится. Сергей многие узнают. Сергей, привет всем передавай. Всем привет, да. Не злитесь сильно, если там за старый канал. Все будет нормально. Сергей, мы ни разу еще не виделись живую, как бы. Да, кстати, мы ни разу с Александром, ни Щуркиным, ни с Мендролем не виделись. Поэтому очень рад знакомству. А то общаемся уже, наверное, года 2-3, да? С тобой? С тобой более. Ну, с тобой-то больше. 10 лет, точно. Поменьше. С тобой уже 10 лет. С 15-го года точно общаемся. Видите, как Максиход вас всех объединяет. Да, вообще, да, я говорю. Не только направление, да? Выбираем, еще объединяемся. Максиход объединяет всех. Ну вот, наконец-то дошла очередь для коробов. Самая удобная вещь, которую можно только найти, именно для переноски ягод, грибов, мяса, рыбы, все, что с этим связано. У меня вот конкретно есть 25-й и 20-ку сейчас еще взял, потому что 20-ка немножко удобнее ходить. Иногда. А 25-ку возить на мотоцикле именно что. Мне получается, днище как раз идет на сиденье, и ты спиной придерживаешь.
Поэтому тоже плюсы и минусы конкретно подмечены. Да, да, для этого они есть двух видов. 20 литров и 25 литров. Угу. Вот эти 25, эти 20. Разных цветов. ПНД внутри у нас. Что еще? Давай, откроем. Чехол снимается, всегда можно постирать, если что вдруг. Да? Можно поменять на другой цвет, если вдруг что-то где-то реально порвали или порезали сами. Хард-короб герметичный, на нем можно сидеть. Не боитесь, что сломается, это ж ПНД. Угу. Вечный мороз, материал. Я зимой, да, например, даже поскаю. Неубиваемый пластик. Рыбу даже солить можно, вот там, как бы, бывает такое, что вот осенью, к примеру, поехали на рыбалку. Да, сразу же посолил. Тут же посолили, да. Термосмок, еда, какой-то плащ засунуть. Сюда можно сапоги добавить, закинуть, например, без проблем. Либо что-то, что угодно. Очень удобная вещь. Все вот здесь вот работает. Да? Сзади лямки. Лямки, да, лямки. Лямки прошитые, усиленные, мощные. Сейчас уже здесь ничего не прорвется. Да. Сейчас уже все доработано. Стоп-лента сделана толстой такой. Здесь мягенько сидеть. Здесь мягенько спине. Здесь даже мягенько. То есть все, вкладыши, вставка. Все продумано. Так что многие кто спрашивали, что за короб, вот они здесь. 20-ки, 25-ки. И вот по всей стране у нас они уже так они распространились. Да, Саня Филимонов тоже, смотри, им пользуется конкретно. Уже давно. Ну, это Феофан. А, да, да. Как она его собирает. Он прям со своими брусникой, там, клюквой, да, грибами. Ну, да. Далее у нас поджопники идут, да, вот это? Это пятиточечники, да, тактические. Спина и сидеть. Поджопники. Ну, это просто народ. Это такими вот у меня ребята. Они, правда, с Беларуси надо. Мы туда шил. Их тоже отправляли. Не, но из Беларуси они сами шили. Кто там шил, вот. И, видать, смотрю, распространилось. Да, да. Он очень удобный. И сидеть можно, и лечь даже на него. Я зимой. А, смотрю, у вас даже это стало, да? Липучка. А липучка для чего вот это? Что она делает? А ты можешь также. Вообще убрать его полностью? Открыть, ну, открыть и поменять. Достать, да, или добавить, при желании, да, и заменить. Вот это здорово. Вот, это, вот такой штуки у них не было. Либо это мы уже придумали свое, да? Либо кевларовый лист вставляешь. Да, да, такое тоже. Бронежилет. От ножей, колотые раны, вот это все как бы защищает. Я вот на снегоход вот так вот на сидушку его ложу. Фиксирую под сидушкой вот этим. Регулирую. И он у меня как бы держится. На ночь заношу, у меня он высыхает. Высыхает, да. Не, удобно, практичная штука. Сам этим вот этому убедился. Яков, давай по костюмчикам, который у тебя сзади стоит. Тоже интересный костюм из суконки войл. На тебе, кстати, тоже, да, сейчас, да, подобный костюм. Тоже. Это полукомбинезон, который идет к костюму. Вот здесь куртка. В двух цветах он у нас сейчас. Есть такой цвет и есть такой. Это более такой повседневный, а это, скорее всего, наверное, более лесной. В осенней охоте. Вот, вот сейчас где-то, да? Да. Большие плюсы, да, этих, да, костюмов. Александр, мне кажется, вот в этих костюмах, наверное, даже больше меня немножко знает. В них не потеешь, они дышат. Да. Понятное дело, на снегоходе сильно не поешь, они продуваются ветром все равно. Это суконка. Для этого у нас есть верхонки специально придуманные. А так вот именно для ходовой охоты это самый лучший вариант. Это полностью комплект, да? Нет, здесь не комплект, здесь просто, да, куртка одета. Термобелье нашего же производства, шапка снуд нашего производства. А здесь магниты для машин. Мощный магнит. Там магниты. Двойной карман. 10 карманов. Раз, два, с другой стороны два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, понятно. Так, шесть, семь, восемь. Я посчитал нижний, что 4, а не снизу. А, посчитали уже? 4. Так, 10 же должно быть. Где-то я что-то забыл. Вот эти внутренние, наверное. Видите, забыл посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да, девять. Все, 10. 10 карманов. Ну и на полукомбинезоне также. Раз, два. Большие карманы, потому что, ну, вот же, гаджеты у всех, да, телефоны. Телефон это больше и больше становится. Пауэрбанки, рации, там, не знаю, навигаторы, да. И вот здесь, естественно, большие карманы. Чтобы полторашка влезала. Полторашка, да, еще что-нибудь побольше. Вот такие ребятишки удобные. Это ВУ прям нравится. Пояс. Это получается дождевик. Вот как раз у меня такой. Нет, у меня был цельный. Да, да, да. А это вот такой же верхонка. То есть, грубо говоря, сейчас вот погода, ты идешь в любой куртке, можешь одеть сверху. Он также капюшон регулируемый, удобный, с козырьком.
Ну что? Грибники, ягодники, вот как раз тема для вас, для осени. Если дождь, когда особенности. Это материал не промокает. Испробовал на охоте на уток. У меня был только фиксили. Смотрите. Он есть сейчас, как бы просто брату его подарил тот костюм. Он его использует на севере. Кстати, по саням эко, которые небольшие вот идут, еще есть, помимо увязок, еще есть один у нас элемент, да? Вот этот. Да, сумка. Кладыш называется. Вот так вот она вот сейчас вот у нас импровизирована, забита чем-то. Есть в белом цвете, есть в зеленом, зеленый пиксель. Вот они, вкладыш в сани идут. Кидаешь туда все палатки, вещи, все закрываешь. Молния крупная. Еще в прошлом году эту штуку осмотрел тоже. Так, гермоупаковка сворачивается. Вот здесь вот объем большой, огромный. Ну. Закрывается, скручивается. Та же ткань непромокаемая, не обледеневает, которой не прилипает снег, грубо говоря. Видишь? Закрывается, стягивается. Есть ручки для того, чтобы транспортировать, вытаскивать, перегружать. Потому что бывает так, что вещи сложили дома в гараже. Эту сумку целиком положили в машину. И здесь вот есть ручки. Здесь по дну ПНД идет. А, ого. Можно как волокуши таскать можно. Они, да, их можно перетаскивать с места на место. Загрузили в машину, доехали до места, выгрузили снегоход, санки, выкинули сумку в санки, вот так, как сейчас они лежали, не выгружая вещи. И все, поехали дальше. То есть не тратите время на перекладку, увязку. Положили, сумку увязали и поехали дальше. Массети тоже, да, делаете, смотрю? Массети делаем, но сейчас не сезон, особого ассортимента нет, но... В целом. Самое еще такой момент, тоже спрашивают постоянно, где я беру гермомешки. Вы их тоже изготавливаете, да? Да, сейчас небольшой перерыв в производстве. Есть кое-какие моменты. Переделка цехов идет, переоборудование цехов. А так гермомешки у вас каких размеров были? У нас от 20 литров до 200 даже были. До 100, я 150 литров видел такие. Туда можно даже небольшого кабанчика запихать, да, спокойно, да. Сигареток влезет. Да. Также гамаши, которые сейчас сезон начинается зимний. Наколенники толщенные, да? Наколенники, да. То есть одеваешь, у тебя ноги защищены, не продуваются, снег не попадает, дождь, вода. На коленку встали, мягенько, тепло и в то же время... Они в боку, да, открываются? Они есть, которые в боку открываются, а есть, которые... На молнии, да, получается? Да. Которые одеваются. А, вот. Как сапог. Да, как одевается. Сапог одевается. Угу. Сразу вижу еще элемент. Это у нас на снегоход, да? Руки греть. Да, на руле одеваешь. То есть приборы, чтобы не намокали, не обледеневали. Также руки защищают. Здесь встроен пластик тоненький. Угу. Ну, я понял, от кустов отбивает. Вот. И в то же время руки в тепле, если едешь, скажем, по прямой и встречный ветер. Это только небольшая часть, что вы изготавливаете. Да, небольшая часть. Всего показать не получится, потому что есть много изделий, которые мы делаем, строим под клиента. Лодки, те же перекаты сейчас только появляются сразу. Заказать можно индивидуально, что нужно? Ну, можно, но не все. Mm-hmm. Теперь мы больше уходим уже. Вот у нас не хватает времени, чтобы производить то, что у нас на потоке поставлено. Mm-hmm. Цельные циклонки еще без молнии. Молния только до верха. Yeah. Поверху. Материал получается у нас тонкий. Ну, не толстый, получается она легкая, нормально. Ну, это 700, плотность как раз для таких именно изделий. Угу. Ну, здесь флис. Флисовый, да. Капюшон. Там, где нужен. Да. Спина потеть не будет, потому что флиса на спине нет. Это хорошо. Доступ к внутренним карманам. Это не отдельные карманы. А, это вообще можно внутрь зайти. Как и на парке, да. Тоже. Да. Как на маскалаке. Внутрь засунул, да. Сделал, что надо. То есть для охотников вполне, наверное, таких тоже неплохо уже, да? Да. И получается еще... Жилетки. Жилетки. Нет, это... Лузанна. Лузанна, да, называется. Лузанна. Я даже название тоже забываю, это все. Серега таежный. Да. То есть тоже есть и сукна, есть и софтшелла. Также с внутренним количеством карманов. Их карманы огромные, туда можно ложить все, что угодно. А, это прям сзади такой. Да, небольшой. Сзади как рюкзак. Да. У меня есть такой, только он с другого материала. Софтшелла. А сюда патронтаж, да, насколько я знаю, можно? Можно, да, у нас тоже они есть. Отдельно продаете патронтаж. Чтобы показать, как... Ну да, чтобы понятно было, что... Что и для чего, чем едят. Да. Лазь. Я ложу. Так, чтобы крышу... Сейчас.
По тебе шито. Одежду. Александр Васильевич, модель. Собственным персоном. Да. Нам на поясе патронтаж одеваешь, да и сейчас четко будет. Офигенно, да? Да. А зеркало нет? Там, в дверях. Ладно, потом. Сзади длиннее, спереди короче. Ну, да, положено. Можно садиться. Вот здесь внутренние карманы, можно руки туда впухать. А, вот так, да? Да, тут и так можно вот стоять тупо. На номере. На номере стоишь, да? Идешь. Как вам? Шикарно смотрится. Да? Отлично. Как всегда. Надо еще джинсы поменять и сапоги. И все. Да, нормал. Четко. Стильно, модно, молодежно. Ну все, мы на месте. Сани загружены в прицеп. 2.5 метра. Ну, немножечко торчат, буквально 10 сантиметров. Ну как, Василич, сходили? Офигенно. С Серегой пообщались, да? Познакомились хоть с Серегой-то. Вообще никогда его не видел. Сглазу общаемся на... 10 лет уже. А? Не, ну я-то не 10, но все равно. Приятно, конечно, увидеть вот так вот человека, с которым общался когда-то. Угу. Так вот, да, ну общаемся. И так вот увидеть. Ну, в принципе, небольшой фильм сняли. Думаю, будет многим интересно и полезно, что есть, где есть. Если что, Максиход можете также найти. Группа ВКонтакте у них есть. Забивайте Максиход, сразу выйдет без проблем. Либо вообще в Яндексе, где угодно. Все равно это выйдет. Давайте, счастливо всем, до новой встречи. Мы с Васильевичем поехали отвозить сани в гараж. Скоро зима, цепляем на снегоход и полетели. Давайте, счастливо всем. Пока.